Сегодня будет горбуша холодного копчения, половинки, свежий улов, улов июля 22 года. Она такая красная, что не дошла еще до нереста, аж бордовая, темная-притемная горбуша. Должна быть неплохая, по вкусу я имею в виду. А как скоптиться, покажу цвет. Вот так вот отправляется она у меня в коптилочку. Полная стеночка завешенная половиночками горбуши, серебристиками. Вот так выглядит уже она, просто сухая, посушенная в шкафу. Зольник уже включен на 350, дверь пока открыта, чтобы тепло там не нагнеталось, чтобы она впоследствии потом не варилась. Ну а потом уже убираю и до 100 градусов убираю, и до 120. Посматриваю просто, чтобы там дымок в зольнике был. И когда надо, прибавляю, когда надо, убавляю. И вот так, ну, так не варится. Ну, еще пока, по крайней мере, ПФМ у меня ни разу не сварилось. Ну, вот дымок потихоньку начинает идти, как вы видите, вот из-под низа. Сейчас закрываю коптилку. Вот идет дымок, чтобы она наполнялась дымом. Лично я как делаю, вот я вижу, из-под крышки немного пошел дымок. Я начинаю убавлять температуру зольника до 250 градусов. Впоследствии потом еще меньше убавлю. Ну и включаю вытяжку, чтобы вот этот дымок, который пошел у меня, вытяжка отрабатывала. Все, вытяжка пошла работать. И после того, как включил вытяжку, нажимаю холодное копчение, включаю статику. Зольник еще потихоньку маленько сейчас догреется. И убавлю его совсем градусов на 150. А потом уже буду следить, идет дымок, нет. Как еще слежу за дымком? Вот так вот делаю по стеночке, раз, ударил. Если из дырочки сюда дымок пошел, все нормально. Продолжаем коптить, значит. Если дымка мало или вообще не идет, чуть-чуть повышаем температуру зольника. Вот, получается, зольник сейчас у меня стоит на 150, маленько даже можно убавить до 120 где-то, даже до 110. И как я смотрю, подхожу вот сюда, не знаю, видно, нет, но вот там такой вот дымочек прям, тяга идет, я даже выключил это. Ну и вот так по стеночке, раз, и дымок оттуда выходит. Вот он. Небольшим. Вот я чуть-чуть стукнул. Раз, колечко влетает. Значит, там все в порядке. Вон он, дым идет. Вот здесь. Видно, такая небольшая тяга туда. Ну и все, ко всему к этому, без осушителя воздуха вообще никак. Если влажность большая, там ничего не поможет. Температура у вас, рыба будет вариться холодного копчения. Вот сейчас у меня влажность показывает осушитель воздуха 48%. При этом он работает и до сих пор продолжает сушить. Вот уже сколько водички набрал. Ну это, конечно, не за пока я коптилку включил, но еще маленько подсушивалась рыба. Но пока сушилась рыба, я слил полных 3 бачка вот таких. Потому что в помещении летает очень много влаги. Без осушителя воздуха вообще никуда. Вот смотрите, видно, как туда втягивается дымок. Из-под крышки здесь ничего не идет. А туда идет прям тяга. При этом вытяжка у меня выключена. Вытяжка выключена. Не гудит. А температура в зольнике стоит меньше 100 градусов, почти 80.
80-90. Статика работает, копчение идет холодное. Коптится горбуша. Показываю еще раз, что дым там есть. И не должно быть сильного горения. Вот, видите, тяга идет отсюда туда. При этом у меня не работает вытяжка. Я выключил ее пока. Здесь никакого дыма нет. Иногда он, конечно, вот идет, есть от него следы. Но главное правильно настроить температуру. И в помещении должно быть очень сухо, я еще раз повторюсь. Коптим дальше, посмотрим, что получится. Что, друзья, открываем, смотрим, что получилось. Я знаю, что там очень сильный концентрат сейчас. Ну, так вот, даже отсюда я цвет уже вижу. Но когда в ШВС помещу, будет цвет еще лучше. Сейчас будем вешать сушильный шкаф. Вот такой цвет еще не обдул. Просто перевесил в сушильный вялочный шкаф. Но цвет, я думаю, всем виден. Он золотистый. А сейчас, когда обдуется, он еще цвета больше наберет. Горбуша. Половинки холодного копчения. Потом обдую, еще раз подсниму. Вот, отвисевшись, обдувшись в ШВСе, цвет еще добавился, стал понасыщенней. Прямо такой. Ну, как и должна быть она выглядеть, копчененькая рыбка. Вот она. Так что всем удачи в копчении. Пока все получается.